вечер, дорогие друзья. Перенесенный матч, пари-матч, высшая лига, пятого тура. Каданев, Роберт, Бояркин выручает, Путрус Васильев с мячом. Устремляется к воротам соперника, Филиппе! Браво! Филиппе открывает счет в сегодняшнем матче. Записывает свой актив еще один. Ну, угловой. Каданев. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А как же это могло такое свершиться тут? Сравнивает счет Иван Гайкович после удара Каданева. Наш легионер такой финт выкинуть. Поглазов накрывает его передачу. И здесь цепляют. Ну, конечно же. Ну, цепляют. Цепляют, конечно же. Давай такой в раздевалочку мяч надо такой для передания уверенности на второй тайм. Ну, понятно, что играть еще предостаточно в первом тайме. Валеев против Петрова! Безупречно! Изящно! С вами увидели в исполнении полевые игроки номер 4 Евгений Уткин, номер 9 Андрей Бастриков, номер 10 Вячеслав Белянский. А у нас тем временем Юлиан Шамсутдинов, первый в сегодняшнем матче. И гости и пытаются. Вот Шамсутдинов почти уже отобрал. Отыгрывают один мяч. Отыгрывают один гол. Вроде такая стандартная позиция. Во втором тайме пока что сложно выделить преимущество одной из команд. Так, давайте посмотрим еще раз. Ну, можно и так попробовать. Красотища. Поглазов. Недаром он минут 10 разминался. Опасно! Могло быть и стало! Браво! Ну что творят они, а? Что творят? Молодцы, ребята! Молодцы! Алексей Скрябин. Футболисты новой генерации. Вот Сухоруков! Ну у вас что, семейные что ли это? Один выходил, выходил. Ну конечно, такое не прощают. До этого Петров выходил центру поля. Но вот Сухоруков зачем-то вышел. Непонятно, зачем он это сделал. Ростовская команда, но Шамсутдинов сыграл с Филиппом. Ростов на половине поля соперника. И вот сейчас Путрус Васильев! Ну вот, наконец-то, Путрус, ну вот получилось у тебя, ну наконец-то. Не мытьем, так катанем. Здесь знаете, как это? В старой русской сказке. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Разыграли. Шикарная передача от Кротова. Поздравляю еще раз и болельщиков, и команду. Благодарю всех за внимание. С вами был Роман Саганов. До новых встреч на мини-футболе.